Всем привет, с вами снова FIFA прогноз, в студии я, Амир Сабиров и Глеб Нигмати. Привет, Амир. Глеб, привет. Сегодня у нас ответный матч полуфинала Лиги Чемпионов. Лондонский Челси принимает мадридский Реал. Это у нас второй матч. Да. Первый матч у нас закончился со счетом 1-1. 1-1, да, в Мадриде. Сегодня у нас вот такая вот вывеска интересная. Давай посмотрим, что коэффициенты у нас говорят. Да, давай. Так, что у нас 1х ставка показывает, давай, говори. Давай. Я глашу Челси, ты Реал Мадрид. Давай так. Давай. 1х ставка 2.32 за Челси, Винлайн 2.24 и Фонбет 2.30. Так, за Реал, значит, 3.36 1х ставка, Винлайн 3.34 и Фонбет 3.25. Так, за ничью 3.34 1х ставка, Винлайн 3.24 и Фонбет 3.30. Ага. Ну что, каковы твои прогнозы, Амир? Я думаю, Челси пройдет. Все-таки они играют дома. Ну, я болею за Реал, потому что, во-первых, я играю за них, во-вторых, я всегда, когда смотрю телевизор, матчи. Да, топовые матчи, я вот всегда болею за них. Ну, если, конечно, не Россия против них играет, естественно. Россия, российская команда. Да. Да. Ну ладно, посмотрим. Давай, я за Челси, ты за Реал. Поехали. Да. Ну что, поехали, да? До конца поехали. Матча осталось 5 минут. Счет по-прежнему 0-0. Да, шуточки. Шуточки от Глеба. От Георгия Чендарцева и Константина Генича. Так, ладно. Так, давай. Какова твоя тактика сегодня будет, Амир? Как обычно, тики-така. Тики-така? А у меня будет автобус. Тики-така не Барселона, а российская премьер-лига. Подумал. В первом матче, кстати, верно. Очень много моментов своих не использовал. Почему, кстати? Потому что он Вернер. Я думал, потому что его сломали. Нет, потому что он Вернер. Ой, как хорошо. Но вратарь сможет отбить. Угловой, да? Насколько я понял. Сейф хороший, да? Хорошо, спас. Опять сейф. Сейф ас, да. Хорошая шутка. Георгий Черданцев, давай, продолжаем. Пулишич. А нет, не Пулишич. Маунт. Как мамонт. Навесик. Нет, навесик не получился. Хаверц, опасно может получиться, Вернер. В дальний. Ну давай, Варан. На Пулишича. Кстати, американский легионер Пулишич. Да? Здорово играет. Давно он, кстати, в Челси? Сезона 2. Перешел он из Боруссии. Лондон. Так, и... Нет. Защитники. Здорово. И Вернер. Ой, еще. Он упал. Пулишич. Могла быть, нет, кстати, травма и сотрясение мозга. Если у кого? Был. У кого? У футболиста. Я не помню, кто был. Ага. И так, какой хороший слева, проход опасно, слева как фланга. Так, гол! И... Это гол! Хорошо. Так, хорошо. Амир, давай, сосредоточься. Хорошо. А то твои прогнозы, похоже, могут и не сбыться. Бензема, да, забил? Неплохо, здорово, неплохо, здорово, да? Здорово. Ну, пока автобус у тебя очень хороший получается, как ты говорил. Да, у меня все прям по тактике идет. О, ну у тебя тоже, кстати, неплохие защитники, просто я не знаю, почему они не справились, видать, навес не ожидали. Да. Так, ну вот первый тайм у нас завершен. Посмотрим статистику, давай. Давай посмотрим статистику, кстати, интересно, какое владение мячом на этот раз у меня. Слушай, смотри, у тебя один удар в створ и один гол. Угу. 100% реализация, молодец. Класс. Так, так, у меня 5 ударов, 3 удара в створ, владение мячом 48/52. У тебя чуть-чуть больше. Ладно. Неплохо, кстати. Слушай. Точность ударов у тебя 100%. У меня 60. Вот как ни странно, я говорил, что могла быть травма, травмы не случилось. Слава богу, мы не травмированы. Слава богу, да. Точность пасов, кстати, смотри, 84-84. Поровно. Ничего. Ну что, давай. Начинаем. Разыгрывает Реал Мадрид. И проигрывает. Поехали. Да. Не получится у тебя заколдовать моих игроков. Ну, посмотрим на это еще. Ты все-таки не бабка Вещунья, чтобы знать все. Так. Сейчас я тебе устрою варфоломейскую ночь здесь. Давай, поехали. Ночь устрою? Да. Так, ладно, Моун. Офсайд? Офсайд. Ты прошел через мат защитников. Обидно. Давайте, ребята, в атаку надо. Так.
Варан. Звучит как какое-то животное. Сможет ли он реализовать момент? Опа! Какой сейф? Ты видел, Амир? Да, по-моему, не сейф, он, по-моему, Хаверт промахнулся. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Это сейф. Нет, это не сейф. А, нет, смотри, он вообще не касался. Ну, кстати, это в мою пользу, что это не сейф. Эх, Хаверс. Это был просто неудачная... Это была просто неудачная реализация момента. Я хотел с ним, кстати, играть на втором этаже больше. Но, кстати, получилось, когда гол забил. Когда гол забил, да. Но так, в принципе, я понял, что лучше применять тактику. Бензема сыграл прям как Дзюба, да? Кстати, головой, да. Очень хорошо. Так. Посещал курсы. Главное держать просто. Курсы по игре головой. Курсы по игре, да, на втором этаже. Эх, ну куда? Ну куда передачка-то? Это слишком неточно. Хорошо, вратарь. И дальний. Ну это. Ну куда это? Ну это не удар. Это Канте? Это Канте. Это не удар, это ударчик. Как сказал бы Женя. К сожалению, нет его с нами. Но он будет здесь, обязательно. Здесь он будет там, обязательно, да. Помним, любим, скорбим. Здесь не подходит выражение. Кто первый? Ну. Конечно же, Реал. Абрахам. Зря ты провел замену, похоже. Нет, у тебя полузащитники очень хорошие. Я знаю. Благодаря мне. Вот видишь, какой нападающий удар. Нападающий, нападающий, да. Выдает что-то странное. Нападающий отстает от своих защитников по уровню мастерства. Хацадоя. Поехали. Так. Ага. Вот сейчас есть реализация. А-а-а! Почти, момент, да? Момент был, да. Я молчу, потому что мяч летит в мои ворота. Мне кажется, просто я немножко уже обрадовался. Канте. Абрахам, давай. Так, сейчас будет... Вот, сейчас вот есть у тебя шанс. Давай, эх, давай. Хорошо прорвался-то как, а? Опа! И? Нет. Какой был удар. Бензема. Вот опять, кстати, со второго этажа. Блин, давай. Так, Мэнди, давай, давай, давай. Ну, защитка, отыгрывай. Как? Как они не забивают? Вовремя, вовремя. Подкат был великолепен. Вопрос и? Кто? Абрахам? Нет, мой вратарь тащит. Вы вратарь. Как, Глеб, как? Тащит. Я не знаю, Амир. Они не забивают. Так, сейчас напряженка. Забивать же надо. Кросс. Кросс пробежал, кросс. Это полуфинал Лиги Чемпионов. Видимо, они решили, что полуфинал Лиги Чемпионов – это полная ерунда. Да, все силы оставить на АПЛ. Так, реализация. Ой. Второй мог забросить. Ну что, все? Мадридский Реал вышел. Вперед, финал Лиги Чемпионов. Глеб со стажем одна неделя в FIFA обыграл Амира со стажем 4 года. Ну да, какая у тебя одна неделя? Ну, может быть, две. 2-1 по сумме двух матчей. Реал проходит дальше. Реал проходит дальше. Как это ни странно. Давай посмотрим статистику. Смотри, 12 ударов. 6 створ. Ты владел, кстати, мячом неплохо. 14 отборов. Достаточно. Ну, конечно, меньше, чем я. Отборы, да, один. У тебя 3 удара. Три удара. Два в створ. Слушай, ну ты вообще... Я просто тащер. Ну ладно. Ну что, закончен наш прогноз. Реал Мадрид обыграет Челси со счетом 1-0 в гостях. Как думаешь, возможен такой исход? Я просто злорадствую, что мой счет сбылся. Радуюсь от того, что Реал все-таки забил, выиграл, победил. Но я думаю, что... Все-таки голов будет побольше, то есть 2-1, возможно, будет. Челси все-таки сильная команда, голы они должны забивать. Я думаю, Челси все-таки должно дожать во втором матче. А ты как думаешь, сколько голов, кстати, Челси забьет? Больше, чем? 1-2 где-то вот так вот. Много голов. Все-таки дома они играют, должны они. Вот ну так. Что, посмотрим, что будет в реальности. Спасибо тебе за матч. Давай, спасибо. Да, с вами были мы, Амир Сабиров и Глеб Тигмати. Увидимся. Увидимся.